С сообщением о пожаре в дежурную часть отдела МВД России по Лабинскому району обратился местный житель. Мужчина пояснил правоохранителям, что на одной из оживленных улиц города горят несколько магазинов. По указанному адресу прибыли полицейские и сотрудники экстренных служб. После того, как возгорание было ликвидировано, сотрудники полиции установили, что из кассы одной из торговых точек пропали денежные средства в сумме более 10 тысяч рублей и электроинструменты с выставочной витрины. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили причастных к совершению кражи 24-летнего ранее судимого местного жителя. Молодого человека задержали и доставили в отдел полиции. Установлено, что подозреваемый проник в помещение магазина, сорвав навесной замок входной двери, похитил денежные средства и товар с витрины. Скрываясь с места происшествия, злоумышленник случайно повредил электропровод, что, по версии следствия, возможно, привело к возгоранию 4 торговых объектов. В настоящее время следственным отделом отдела МВД России по Лабинскому району в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.